Лягушка, ты где? Не спала? Да нет, я поспала немножко. Угу. А мне кажется, ты врешь? Нет, честное слово. А-а-а. Ну, чуть-чуть, но... Ой-ой-ой. Ну что ж, значит, несмотря на хорошую погоду, к Витьке мы не поедем. А. К какому Витьке? Ну, как к какому? К тому самому. Я его нашел, он в колонии недалеко от города, но тебе надо спать. Стой, подожди. Как это стой? Как это стой, когда ты мне тут врешь? Ты маленький мне врешь. Я поеду с мамой. Так, ну, кто сильнее, тот за рулем. Ох, и надоел ты нам, Хазаров. Это взаимно. Дерзишь. Только ты на такой же срок себе накатался. Безо всяких признательных показаний. Ой, да подотрись ты своими бумажками. Так, я считаю, хватит с ним разговаривать. А, тише, Степка, погоди, Хазаров, колись, иначе он тебя убьет! Да ничего да я не... говори, сказал! Не скажу! Дежурный! Увести подозреваемого. Ничего, ясно, Степка? Ясно, что ничего не ясно. Нет, конечно, он не назовет того, кто его зад прикроет. Зачем? Ну, так выбирай сам, кто у тебя главный кандидат на роль заказчика. Уже трое. И все, между прочим, между собой повязаны. Ну и кто главный злодей? Они все хороши. Но вот это меня больше всего интересует. Марик, а будь другом. Дай его послушать, а? Сейчас, кто не даст разрешение на прослушку? Может, без разрешения? Организуй. Ну, здрасте. Что мне по погонам стучали, да? Ты-то у нас теперь человек посторонний. Степа, меня премии лишат. Степа, меня дома жена пилит. Блин, я кредит хотел брать из-за этого. Хочешь, я почку продам? Какую почку? Ну, или печень. Блин, Степка! Ты сказал мне звонить, когда нужна помощь. Мне нужна сейчас помощь. Артур! Артур, моя кожа! И в лес пошел, гаденыш. Почему же ты тогда здесь? Тебе подсказать широту и долготу? Я больше не знаю, куда я иду. Кала-кала, больше не знаю, лучше я здесь буду.
давай быстрее, а то Андрей там, наверное, уже с ума сошел. Да иду я, иду. Что это? Никого не нужно искать, хочешь жить, уезжай. Они меня уже и тут нашли. Это опасно? Ничего у них не получится. Я доведу дело до конца. Пойдем. Оль, а зачем тебе видеться с этим Витей? Ну, он же друг Димы, а я Димку любила. Прости. За что прости? За то, что я вспомнила о нем. Я и так о нем помню всегда. А вот с Витей я общалась пару раз. Он, говорят, головой повредился в той аварии. И даже лечился в психиатричке. Он вообще как-то пропал после похорон Димки. А оказывается, отбывает здесь наказание. А за что? Все, я договорился. Можно заходить. Тебя чем-то расстроили, Андрюш? Да нормально все. Заходи давай. Ко мне раньше только мама приходила. А теперь такая делегация. Здравствуй, Вить. Танюх. Ты такая большая. А ты не изменилась. Такая же красотка. Ведь мы обязательно вытащим тебя отсюда. Я не знала раньше. Я тебе обещаю, что да я чего все. Уж. Две трети отмотал. А помнишь? Веночки. Ромашки. Как пили тогда? Помню. А ты помнишь, когда вы с Димой ехали к Юле? Ты помнишь, куда? Не помню. Димка был за рулем, а я спал. А потом на улице его ждал, пока он в деревню ходил. А авария из-за чего случилась? По глупости, на обратном пути. Вить. М? У Димы была папка? Со львами? Да, да. Со львами. И они такие страшные. Ведь это очень важно. Пожалуйста, вспомни, была папка или нет? Да, была. Он еще по телефону говорил. Девушка, вы в порядке? Нет. И с кем-то ругался и кричал. У меня на руках одно оружие. А с папкой что случилось? Не знаю, он от Юли вернулся какой-то бешеный. Но мы и поехали назад. Че-че. А с папочкой-то потом что было? После аварии я заснул. А потом, помню, какие-то дядьки возле нас с Димкой окрутились. Потом сумка исчезла. Ясно. Поехали, Таня. Спасибо, Витя. Волшебная. Чего расклеилась? Жалко его невероятно. Я его совсем другим помню. Он такой весельчак был. Шутил всегда, улыбался. Ну, так он и сейчас улыбается. Андрей. Что? Ну, там же действительно диагноз, я. Ну, не смотри так. И, по-моему, словам его не особо верится. Ну, ты же поможешь, правда? Конечно, помогу. Мы найдем папку, которая то ли и была, то ли не была у Димы. Найдем. С папкой я сама разберусь. Сейчас самое главное Витю вытащить. Тань. Ты говорила о хорошем адвокате. Ну,
Ну, конечно, у меня есть хороший адвокат. Если он дорого стоит, то ничего, я сама за все заплачу. Да не в этом дело. Я уверена, что его туда упрятали. Просто кому это нужно? Ты же точно что-то знаешь. Скажи. Я не думаю, что ты хочешь это слышать. Я хочу это слышать. Возможно, его подставил кто-то из окружения твоего отца, из ближайшего окружения. То есть, ты хочешь сказать, что это было сделано с его ведома? Я этого не говорил. Ух ты! Ты гляди. Ну, совсем освоился. Только фартануло тебе, Степка, что наш спец в отпуске. Узнает, что мы его хозяйством пользовались, точно нам шею намылит. И не только шею, и не только намылит, и не по разу. Кто спал на моей кровати? Тебе хихоньки все, да? Хахоньки. Толк-то хоть есть от твоей затеи? Конечно. Кое-что интересное услышал. Все прям как в американском кино. Это у нас подозреваемые, да? Скажи мягче. Фигуранты. Это у нас главный враг. Это логично. Это... Вот это кто? Это главный друг. Правая рука. Тоже логично. Лучшие предатели, получается, из лучших друзей. Ну что за намек? Я могу обидеться, знаешь ли. Я пошутил. Это иносказательно. Что ты его... А это я, кажется, знаю, кто. Это я даже понимаю, кто. Это вы, получается, Степка, втрюхались в наследницу нашего Шалимова. И ревнуете к этому Андрюше, да? И копаете под него. А, ты еще что? Знаешь, терпеть не могу этих девочек-припевочек. Да? Только что-то я эту девочку-припевочку в числе подозрев... О, прости, пожалуйста, фигурантов этих не вижу. Вон она отдельно лежит. Короче, нам надо установить, кто устраивает весь этот шурум-бурук вокруг Шалимова. Конечно. Угу. И ты мне в этом поможешь. Да? Мы нашли ребенка. Вот, моя обитель. Ну так, какой чаек предпочитаем? Зеленый, черный? Зеленый. А я вам посоветую белый. Из Китая когда-то привез, из старых запасов. Присаживайтесь, пожалуйста. Ух ты, какая книга. Можно посмотреть? Да, 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 конечно. Да, Миш. Мишенька, я же тебе объяснил. У нас нет такой группы крови. Четвертая, резус отрицательный. Ну, где я тебя такую возьму? Да ее днем с огнем не найдешь. Да. Ты же был у меня лучшим студентом на курсе. Ты должен прекрасно понимать, что нельзя в таком состоянии мальчика перевозить. Все надо делать на месте. И переливание, и операцию. Ищите кровь. Сейчас, одну минуточку. Ищите кровь, да. Я приеду, помогу. У меня четвертая отрицательная. Работать решил, Степа.
Какой тебе Степа? Ну-ну, дядя Степов. Так лучше? Да пошел ты. Слышишь, парень, ты в петлю не лезь. Ты кем себя возомнил? Главного корчишь. Валец. Степа, ты уволен. Свободен, как птица. Я работаю на Шалимова. И только он меня может уволить. На. Пососи. Меченые, они такие рыжие, счастливые. Теперь, парень, у тебя все будет в порядке, это я тебе обещаю. А сейчас отдыхай, набирайся сил, они тебе еще пригодятся. Парень будет жить, не волнуйтесь. Спасибо вашими стараниями, доктор. Да мне-то благодарности не нужны. Это вот одной милой девушке, у которой такая же редкая группа крови, вот ей-то как раз. Насколько я понял, фамилия этой девушки Шалимова. А этот парень, он вам родня? Он мне очень дорог. Доктор, и у меня к вам еще одна просьба. Вы могли бы сделать так, чтобы Шалимова не узнала, кому досталась ее кровь? И за это я вам очень буду признателен. Я вас прекрасно понял. Так, Танюшка, давай. Наворачивай. Нет, я не буду. Ну, мы так не договаривались. Андрюш, отнеси мне, пожалуйста, в спальню. Водички попей и отнесу. Вот молодец. Цепляйся. Вот так. Умничка. Так. Андрюш, останешься сегодня со мной? Малыш, это плохая идея. А... Мне так кружится голова. Thank you.
Значит, как только пацану станет лучше, возвращайте его в детдом и не тяните. Я не хотел бы, чтобы Шалимова с ним нечаянно встретилась. И вот еще что. Сделайте так, чтобы в больнице о нем все забыли. Пора Татьяне дать подсказку. Пусть ищет племяшку в деревне. Хорошо. Чем черт не шутит? Может быть, она заодно и папку найдет. Если это, конечно, не очередной блеф Шалимова. И эта папка все еще существует. А вдруг существует, и она ее найдет? Решишь по ситуации. За что-то ведь я плачу тебе такие нехилые деньги. Свободен. Доброе утро, принцесса. Самое доброе. А у меня новость. Отец? Не волнуйся, с ним все в порядке. Витя вспомнил название деревни, куда они с Димой ездили. Бубеньево. Но это похоже на правду, потому что авария произошла неподалеку. Ну, значит, мы должны туда съездить. К сожалению, я не могу сегодня, у меня важные дела. Ну ничего, значит, мы с Олей поедем. А вот здесь имя и фамилия Юлиной тетки. Той самой. Ну все, машину я твою пригнал, как и просил. А что с глазоньками, Степан? Ночь не спали? Поспишь. Понятно. Так что случилось? Че пост сдаем? Уехать надо на пару дней. Понял. Что ты понял? Не самого вся эта история, знаешь, где уже? Ну, раз обещал Шалимову, что делать? Следить за ней. Слушай, Степка, ты не запутался случайно. Фигурантов этих своих. Он сам себе. У каждого из них своя игра. И она сложная. А приз в игре какой? Жирный кусок от бизнеса Шалимова. И Таня очень неудобный инструмент для этого. Ну, как ей объяснить, что ее используют? Она же ничего слышать даже не хочет. А, смотри. Как обещал. Че это? Ты что, Степка, это Дашки свои покупал? Зарплату за год потратил. Тебе нужнее. Боже, какая ты красивая. А выходи за меня. Я понимаю, что все не так. Ну, как бы тебе хотелось, без кольца там. Но я тебе обещаю, если ты согласишься, то свадьба будет самая лучшая в мире. Ну что, герой, портки с дырой, как самочувствие? А что такое портки? Ой, да это я так, к слову. Ты везунчик, Митя.
Тетя, а кто мне дал кровь? Другая тетя, добрая. А где мне ее найти? Вы знаете? Вот она. Варя-то наша Луковая. Здравствуйте. Здравствуй, Митя. Я вот тут тебе гостинцы принесла. Спасибо. И главный подарок. Уж так просилась, как репей. Ну, что ты нас так напугала? Ну, ничего. Сказали тебя к нам обратно, и уже скоро. Ну что, нашел маму? Не, но найду. А? Я, конечно, могу тебя отвезти. Делов 2-3 часа. Но зачем ехать туда, где опасно? Оля, я предупредил дядю Олега, и если что, я позвоню, и нам приедут на подмогу. Пока мы с тобой будем отстреливаться от врагов, они приедут, и все будет нормально. Шуточки? Что с тебя влюбленный взять? Здравствуйте. Здравствуйте. Давно вас не было видно. Отлично, вы припарковались. Да. А это вы что тут? Спали в машине под моим домом? Охраняли меня так? Вы меня раскусили. Опять будете ругать? Да нет, вы знаете, я уже даже привыкла, что вы постоянно крутитесь где-то рядом. Но сейчас я уезжаю, у меня есть попутчица. Привет. А вам бы я посоветовала выспаться. У вас видок такой уставший. Обязательно воспользуюсь вашим советом. Что это на руке? Это я сдавала кровь. Можно посмотреть? Да. Тань, ты скоро? Да. Это мой номер телефона. А визитки нет? Еще не дорос. Ну все, я поеду. Давайте. Давайте. И будьте осторожны. Обязательно. Если что, звоните. Если что, мне есть кому позвонить. Хорошей дороги. Спасибо. Ну и наглый он. Клеится к тебе, что ли? Да нет, это по работе. Ага. Чтоб я еще хоть раз на это согласилась. Дороги как после бомбежки. Яма на яме. Хозяйка! Мария Серова-Разлогова здесь живет? А чего от нее надо? Ой, говорите нормально, это вы или нет? Это для разговора, хорошо. Сейчас сбегаю, для сугреву принесу. Ну, согреваться будем потом. Нам надо узнать про вашу племянницу. Юлю Серову. Ну так проходите в дом, раз надо. Юля, ваша племянница. В 2007 году она уехала из Москвы. Она к вам приехала? Я вообще по-русски спрашиваю. Вы отвечать-то будете? Странно. Что это вы о Юле спрашиваете? Потому что я родная сестра парня, от которого Юля ждала ребенка. Он же к вам тоже приезжал, да? Приезжал. Один раз. Поссорились они тогда в клочья. Юлька ему все кричала: уезжай, уезжай, а он взял и уехал. А что потом? Потом? Чего? Она в столицу поехала, ну, вернулась черная вся. Узнала же, что погиб. Так? Так. Вот, металась очень. Я вообще боялась, что она что-нибудь страшное с собой сделает. Пузо уберегла. А кто у нее родился? Где она сейчас? Вопросов слишком много задаешь. Рожала трудно, мучилась. Давай, давай. И еще немножко. Давай.
Молодец. Все, все. Умница. Молодец. Все, Юлька. Парень. Парень у нас родился со знаком. Поцелуй ангела называется. Смотри, видишь какой? Ангела. Ой, хороший мой. Ой, хорошая судьба будет, непростая судьба. Мальчик, мальчик мой, мальчик. Молодец. Парня родила поцелованного. Это как? Пятнышко на переносе. Говорят, что проходит с возрастом. Только умер он. Умер, и Юля в скорости в озеро кинулась, и нет обоих. Ну, не могу я в сухую. Пойду, куплю вопросы такие задать. А папку? Не могу. Папку-то Димка привозил, не видели? Со львами. Если их нет в живых, то все это было зря. И мальчик был племяшка. С пятнышком на лбу. Точно наш. И у папы, и у Димки было такое пятнышко в детстве. Тань, подай мобильный мне. Оля, а откуда у тебя вот это? Это я нашла, неважно. Где нашла? Да не надо, забудь. Никого не нужно искать. Хочешь жить, уезжай обратно. Это что, ты мне их все писала? А эту просто не успела подбросить? Тань, ты не поймешь. Что я не пойму? Зачем? Объясни. Да что ты в большой опасности, дурочка. Я не знаю, как тебе напрямую об этом сказать. Что сказать? Ты хотела, чтобы я уехала? Да. Испугалась и уехала. А от кого мне грозит опасность? Да какая к чертям разница? Ото всех! Тебе просто завидно, что у нас с Андреем все хорошо. Да он возле тебя соловьем заливается. Потому что ему просто выгодно жениться на тебе. Как мне было выгодно выйти за Димку. Ты просто завидуешь и потому несешь весь этот бред. Но я не виновата в том, что Дима ушел от тебя к Юле. Оставайся разгребать сама! Идиотка! Уехала, значит, подруга твоя, да? О, уехала. А я... Можно я у вас останусь? Ночуй, места много. Ты что, это плачешь, что ли? А где ваш подогревчик? Передумала, пока бегала. Нету. Ну и правильно. Не надо пить. А хотите, я вам платье пошью? У вас есть какая-нибудь ткань? Платье-то хорошо. Да что ж с тобой такое, девка? Что ж тебе плохо так? Я думала, Юлька и племяшка мой жив. А они... Пошли! Хорошая ты. Девочка, сердце доброе. Вы меня не знаете. Хорошего человека всегда видно. Не могу. Так и быть, облегчу душу. Живой был малец. Живой, слышишь? Как живой? Зачем вы мне врали тогда?
Да потому что как только он родился, мужики понаехали с рожами. Вот такими на машинах, вот таких. Говорят, ты только пикни, убьем и тебя, и Юльку, и ребенка. А Юля что? А чего Юля? Оклевалась после родов. Где малыш? А я, душа грешная, возьми, да скажи, нету. Приехали врачи, тело забрали. Она как крикнет, сыночек мой, сынок. Побежала куда-то. Вот тут она утопла. Я ж думала, что я во спасение вру. А она вон как вышла. Значит, мальчик жив. Не знаю, жив он или нет. Видишь щель? Видишь? Сунь руку туда, только осторожно. Чтоб на занозу какую или на гвоздь не попала. Видишь, папка? Вот эту папку Димка Юльке отдал, когда они ссорились. Кинул ей и говорит, вот тут все твое будущее, все говорит. Сказал и поехал. А она врев. Дала мне ее и говорит, на схрон, чтобы не нашел никто, понимаешь? Так ее держала двумя пальцами, как яд какой. Ну, нужна она тебе. Это же она со львом. Может, ценное чего в ней? Они мне весь дом перевернули, когда искали. Ты всех пропускать будешь, что ли? Алло, да. Дядя Олег, я Андрею не могу дозвониться. Вы могли бы меня забрать завтра? Так, какие проблемы? Диктуй адрес. Я в деревне остаюсь, помните, говорила? Найду, да. Нет, ну, Танюшка, я вообще-то не понимаю, почему Оля уехала, а ты осталась. Ну, понимаешь, это Оля подсовывала мне все эти записки с угрозами. Мы поссорились. Но ты не волнуйся, я уже договорилась с дядей Олегом, завтра утром он меня заберет. Класс. Ну что ж, тогда буду тут скучать без тебя. Кстати, самое главное, я нашла папку. Да-да, это ту, которую со львами? Ну да, только там один лев. Ну, в общем, я тебе завтра все расскажу и покажу, хорошо, Андрюш? Алло? Конечно. До завтра тогда. Спокойной ночи. Да, целую. Обнимаю. Пока. Привет. Сестричка, не лезь не в свои дела, ясно? И здоровайся.
Неужто утопла девка? Господи!